Паладин, жрец, чернокнижник, токен. Цепляй. Прилицу вот и подтягивай. И сутринка осталась, получилось. Что за тренька? Не ебу. Эреб, чашка, завтра до этого что? Еще ниша админ. Тот самый РПБ ретрик? Так и да. Под следующее истребление. Это нахрен ничего не отдавайте под следующее истребление. На вонючке это все нужно будет отдавать. Так, первое истребление Войд, даешь гимн на ХП. Второе истребление Азерона, третье Шунишка. Первое истребление Агрессив даешь на ШВ. Второе истребление Трусеватель. Поставьте тотем от природы. Вань, ты желтый жабы бьешь? Да. Свои прожимки отдали. Пошли налево. Трусеватель, приготовься сзади ловить трэш. Сейчас ловушку активируют. С правой стороны. Так, 4 кнопки вижу. Да, сейчас еще один токен будет. Разбойник, ДК, маг, друид. Токен. Задиспылитесь, он тембр. Саня, понерфи свой микрофон, пожалуйста. Да, сейчас я вообще замолчу, чтобы не мешать вам. На минутку можно отойти? Давай после этого босса. Угу. После этого босса ты сможешь пока настать. Вот, не ламорда, даже АФК стоять. Так, Войт, что ты хотел? СПДшку.
токен, на токен кто-то ролил? Как там ставка была? Бизи. 10 код дал. Все хорошо, бизи обмен. Шею и плечи паладиновские я просто вендору продал. Так отдавал, блин, бы кто-то двусил. Че, Марсес? Так, кому еще СПД фласки нужны? Вот звезде в обмен. Так, спекну сейчас я в демона. Вань, заберите ему дальше это мастера, или дай или забери третьего. Так, кому чего не хватало, да? Написали в рейчат. Смотрите, споры первые появились, все сбежались под босса. Трусеватель отдаешь, масс, этот ШВшку отдаешь на полу в трусевателе. После разбежались, просто бьем босса, больше мы не избегаемся. От тьмы ауру кто из паладинов взял? Поставьте плюс мастер аур. Если есть, отдадите еще мастер аур. Ваня взял. Он нажмет. Да, на первых спорах. Вот споры появились, подождал секунды три, они лопнули, и тогда отдаешь. Так, все становитесь в мили-зону. Прям с пула. Агрессив. Так, смотри. На трусевателе, когда будет там 5-6 стаков, тогда ты забираешь босса и танчишь. Ну, забираешь его. Ну, просто на всякий случай. Все. Думаю, пол сейчас дам. Нормально. Спасибо, добрый человек. Минус был, да? Колодец не видно даже. Что такое? Почему не видно? Ближе встали под машинку, чтобы танки получили обе споры. Куда? Отдавай ему сейф. Отдали от мастер мастерку. Разбежались с ним. Набрали рейнджу между собой 8 метров. РДД. Дали Геру. Бурстем.
сестра, подай гимноману, стрелят это там. На хп дал, на хп дал, на хп дал. Никто не сбегайтесь, просто бейте. Лаксар. Похоже, до тебя не достают. Сместись немного. Оставил столько газа, я его даже чувствую. А есть люди, у которых 20 и более саранитов? Нет, это по роллу, ребят. Так, призывар. Если я тебя дам, то уже к следующему КД сможешь сделать себе грань. Да мы поможем. Хорошо. Если что. Так, трусователь, ты поводишь мобов, агрессив, ты танчишь босса. Что, не справишься, что ли? Как водить моба? Нажимаешь таунт, набираешь на нем агро, как на обычном мобе, и ну, уводишь. Смотри, вот как на ДДшнике, ты срываешь агро и начинаешь от него убегать. Хорошо, вот смотри, звезда. К примеру, я слизняк. Вот. Появился большой, ты нажал таунт, на тебя напулили. Выводишь его на большой круг и вводишь его. Разлилась лужа, разворачиваешься, оббегаешь как-то его. Тебе даже его бить не надо и бегаешь по кругу. Все. Бегаешь по кругу... Не ловишь лужи. Следующий большой появился, агриш. Они свелись, все. Вся задача. Так, хантеры, вам большая просьба будет.
по агрессиву напуливать именно больших слизняков. Все подбосы. Один. Тотемы очищения убрали. Забери большого, а меня уже пиздит минут 15. Большой. Контры помогите. Большой, забирай. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Трепочка вонючка! Отличные новости, народ! Дайте Эйнер пострелю, у кого есть. Так, ребят, приготовились. Сейчас будет взрыв последника. Я проанонсу, когда нужно будет разбежаться. Разбежались. Просто отошли. Дайте масшовы. Вернулись под босса. Большой. Расходили. Что, шнурки есть, нету? Шабады хилится, да. Ну, Ретрик лучше хилит, чем рестер шамана. Такое, да, освободи меня потом. Просто такое ставим. Сбавлю на буре еще. Ну, выглядит балансно, кстати. Читерит паладин по-любому, ебать.
Так, а куда кровь ушла? Куда хорошо, лежит? Хорошо, хорошо. Вообще-то эскада показывает, что это было. Ну, щипы не считают или что? Нет, считаю. Делался топ-1. Поделился я с отрывом. Кольчуга. Скоростью по 5. Хиловская. По без щитов? Там вот так выглядит. Так вот, смотри, то же самое. 2. 1. Лечение поглощения 182 ляма. Эффективность имеет столько же. Пояс, крит, дух. Тканевый. Дальше куда идем? Идем в Альку хилить. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ну, кстати, да, кольцо абсорб не считает, походу. Еще раз. 10 за пояс, шанишка уже поставил. Все. Так, да, не слышишь там. Решка обмен, шаниша обмен. Следующее. Ноги, кожа. Крит, меткость. Я плюс. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу. Слышишь, Дани, если что есть, извини, если перебиваю. Говори, говори. Там, если что, на замене есть достаточно сильные люди без КД, Бакати, он, Женя, это топовый наш ретрик. Если понадобится потом на каких-то таких тяжелых боссов. Не. Орешка, обмен. Ну, где вы все про... Пали, давайте бить трэш, сказали вам, куда вы там, блядь, сливались? Два танка тут, залетайте, отворачивайте. Солнце. Андрюха, слышишь? Да. Сможешь потом тоже такой же, как аддон, меня аддон установить? Ора 2 называется. Да. На пати. Со. Еще у Бонда нет КД, если что. Ой, блядь, так чё ж ты молчишь, ты ж вообще нормальный домой. Ну я занят был. Блядь, ну, сейчас более-менее. Блядь, не отбрасывайте. Ну вы чё, ебанутые нахуй. Кто что вы делаете? Отдайте мозгу. Дайте, поставьте ауру на броню и дайте мастерку на броню. Женя отбросил, да, Женя? У кого из варов еще не в КД? Вторую машу вы отдайте. Мы не можем смануть здесь бой. Здесь бой мы не можем. Мы не сможем. Воет гимн на хп дай. Если не в КД. Слишком пробивает, не справляется. Станы по КД сдавайте туда массовые, точечные. Что вы делаете? Не бейте. Стопните, бейте. Ну что вы делаете? Танков нет. Как три рша мы теряют танка, не понимаешь? Я понимаю. Тим, ты видел там сколько траша ёбнется? Ты чё?
5 хилов не справились, что-то я хилил даже в шипешнике связующем. Рыбу поставил в печеньку. Сейчас рядом здесь шкаф поставлю. Ты, Егор, в общем или кто-то там особо? Я просто не пол дискорда уже в муте. Ну, типа, кто там особо там выражается. Я почему-то в комбате. Комбат это? Бегу на минутку. У нас комбат. Может и нет. Все, всем до завтра. Если нужен будет мой персонаж, можете заходить. Ладно. Спасибо. Тоже, у меня знак королей кончились, пиздец. Здесь же, сука, поставьте, пожалуйста. В первой ячейке тильбанка есть. А, спасибо. А комбат не возьму. Стенки. Ну ладно, потом забав. Крока. Знак божественности? Знак королей надо. Да ладно, потом... А, он джил стоит, все, спасибо. Вы что, хилите крока? Не, тут надо убить трэша, они забагались, надо убивать. Все, погнали, короче, пофигу. Тогда хиль. Если вы уже хилите, то тогда вы хиливаете крока. Поднимите его полностью. Сам хилится. Челю добейте. Как ловушку, блин. Хорошо, Ориш. Тут. Не сводите их, не сводите. Милики по носительнице смерти играйте, РДД по черепу. Милики вправо играйте. А Валька мой колодец будет нажимать? Нет. Какая жалость. Орешка предупреждал. Угу. В принципе, все, кто там сидели, они все предупредили. Либо в рейд чат писали, либо в лифт.
Вот думаю, написать багрибор на паладе. Или лучше трогать, чтоб нихуя маль. Что это? Бурь хилит. М? Говорю, буря не хилит. 5-4? Люба. Сейчас посмотрим. Хилит? Я вам нагнил. Да хилит, вон, видишь, хилит. Что? Что хилит? Есть хилоты да. И буря обычно. Но не счет над бурей должен у нас на 1-2, это должен быть хил. Ты разваливаешься, но я тебя понял. Это самое интересное, да? Где-то я встречал давно этот репорт, но это ничего не видел. Ты берешь 110 по этого бредрика, хасу забиваешь и хилишь на одну с хилами. Бахни лапу, пожалуйста. Ну это, малоправильника по КД, спамим вдруг. Когда она будет приземляться. Там 3 секунды сало. Трусователь, короче, слева танчишь, трэш собираешь. Соответственно, трэш отворачиваешь. Агрессив справа танчишь. Вань, полетай, пожалуйста. И стреля, полетай. Нету хила. Ну, я знаю, что у тебя нету, но ты спектр полетай, пожалуйста. Приношу, у меня 2 спектра. Окей, я буду летать. Я тоже полетать хочу. Ну, летать хочешь. Стыть танком, кто какой из сторон танчит, спрашивают. Я вроде уже говорил, короче, трусователь слева и агрессив справа. То бишь, соответственно, появляется трэш, вы сразу отворачиваете. Приоритет убиваете, короче, этих. Речу и магов. Фобус Эйнера закиньте, 2 добьют. Быстрее добьется, быстрее начнется. А другие нам пофиг. Да ладно, поебать. Чё ты шёл? Всё, все тут, пуляйте. Да по Фобус Эйнера закиньте, отпивается хапал. Быстрее Булана, нам купится больше нахер. Попал такая дырка ёбанка просто. Стонная почка. Ну без жирных ловите сразу, отпочуйте их. Стреля, куда ты летишь? Ты можешь летать за нами? Ну, типа. А, он поебашил против часов, я понял. А там есть хапалы и хули призна. Хрена там че? Ну, я изначально озвучил. Там чел на шамане летает, полетел в противоположную сторону, и половина сферок у нас хавал. Значили меня и вкус. Все. Летаем, так короче, влево по часовой стрелочке. Блять. Сергей еще справа.
Ты к нему. Ну я в прошлый раз тыкал. Шнуркам дайте бар. Забери обувь. Зарвяйся. Блядь, ты... Ясно. Еще мой портал забрал, короче. Еще убили два раза, причем. Все, идите. Я пошел чай сделать. Ну, портал твой забрал абсолютно точно не я? Не, не ты. Да вдвоем проходите. Погани сейчас слева. Подавление. Все равно полетать, что пауэр, да? Давай. Череп справа вышел. Свечку залили, да. Под эзерой. Флешечками. Какие флешечки? Обновление. Не, трикретриком, флешечками три. Ну, обновление сильнее, кстати, хили, чем флешки. Подавление с правой стороны. С правой стороны 5 штук, с левой 2. Свечка с левой стороны. РТД. Залили свечку. Берегитесь. Зашел. Отлично. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Не знаю, кто за кота взял. Под Джао уедали. Червей. Подавление. 4 справа, 3 слева. 2 слева. Свечка с левой стороны. Передает свечку. Скажи, когда ты будешь его давать? Я руку ебу. Давай дохиливать, давай дохиливать. Дай амбо. Так, ребят, в общем, сейчас убиваем босса, мне надо выходить. Раз, два, прием, меня слышно? Да. Женя так и думал. Раньше был бы, да, я встал и там сразу взорвался ударак, типа это зомби взорвался. Видишь, позвонили сейчас, у меня минут 20, у меня еще есть времени, пока доеду там, доеду. Держите, просто поймайте трэш, залейте подавление и все, можете в трэш не играть. Главное подавление забейте, там уже 100% у босса. Разгром узбейте. Ну-ка, скуй. Чё, пояс? Не, два раза ладно. Протянки, сэр. Нихуя себе, думаешь, что они нормально упало. Заебись. Хуета. Нормально. Не, уже хуета.
А что лучше них есть? Может, ничего не брать? А, у Рахастана нахер никого не так выходит. Ну, значит, надо брать за ОД. Расово. Ой, расово, классово. Так, чек на присутствие. Это у тебя есть съем? Че, Андрюха хилился? Нихуя себе. Да, не умер. О, крит. Крит хоста латы. Блять. Нахило. Блять, сосунка хочет это тело себе, пиздец. Если он увидит это тело, кого-то он удалит, блять, персонажа. Фобус 10 раз. 2. 3. А я шагаю по нас. Крит хостовые ноги. На Милика. Фобус 10. Таких ног двое. 3, 2, 1. Это ты их в Эндеру собираешься продавать, там можешь не дать, я можешь помучить кто-то потестить. Но не золото, это точно, да, точно такие же. 10 типа. Мейнов. Я что мне взял, мало ли там что не переделаю. 3, 2, 1. Объект. Так, короче, во-первых, Женя. Женя, ты же на успех собираешься. Так, это же рейд, можно роли здесь, как бы на оф и на этот. Тут нет какой-то твинки, квинки. Нет, тут разделения между персонажами нету, но все равно в мейн спек есть. Как франц. Нельзя. Я роли мне нужно. Нет, там... Тут всем так нужно ты... тогда будет. Альты и мейны наравне, но не спеки. Давай сейчас будет твоя телеролить танки, вары. Или у танков будут забирать фурики шмот. Давай. Я не знаю, что это такое. Ну объясните ему. Короче, последняя ставка, Стихон. Последняя ставка, ему будет 8-4. Так почему 84, если у него хил мейн? 2.5 ему бой забирает, да. Пускай. Он 2.5 ему бой последний. Зерон, это не так. А как? Шаттл. 2.5. Объект. Я не знаю как. Ну, пускай ему бой забирает, я не буду дальше ставить. Все, хорошо. Я вроде додумался. Плохо. А второго смогу? А я и второго могу. Ой.
Бля. А, шнурки, это здесь? Да. А с гниломорда падала кровь? Потому что я ее не вижу, что она кому-то уходила. Какая причем? У меня же лутера не было. Не, в тот момент на тебе был лутер. Ну, а до, ты же забирал. До убийства, а потом я уже забрал. Можешь прибежать, пожалуйста, гниломорда? А, там босс лежит? Босс еще лежит? Лучше пока они бежат, давай, бери, конечно, забирай с правой стороны, вообще я тебе поставил. Резервуар, если лут в нем еще есть, попробуй, забирай. Просто ты то лут убирал, то... Все нормально. Я просто не видел этой крови вообще в луте, почему-то. И поэтому я еще спросил у тебя, есть, нет? И мне показалось, что ты сразу грязевару отдал. Оказалось, у него не... Все, трэш продам, втягивайте. Как это работает? Я резко все меня сразу убили, блядь. Что это за хуйня? Нет, так... я не знаю, почему он не сказал. Просто я спросил. Первый вопрос у тебя, и... Ну да, ты просто спросил, типа, и что? Я посчитал, что этот кровь тебе отдали, вот, и после этого я посчитал, что тебе ее отдали. Просто ты долго молчал, в следующий раз... Да, картошка была внутри. Этот, да. Чуть-чуть раньше напоминайте, если что-то такое произойдет. Просто ты то лут на меня ставишь, то на сорфе не было лута. Как бы я уже там дальше не сидел. Там если говори, что на мне лут, то и отдавать все. Своим обой. Они либо изменили, либо сломали демонов. Не работает ожог души халявный, который... Бафь, что ты с ним? Он не ускоряет скорость каста, да, такое, да и... Ну, типа, без ускорения супер омерзительно играть. Так, не стараюсь для мерафика спекнуть. Угу. Боишь? За квест еще ОД дают. Нет, хорошая. Это была смоба. Кто смоба? Ну, кажется, она для себя стояла, потому что Резевару нужно было с босса забрать кровь. Не-не-не, я не там. Трусователь, ты танчил когда-нибудь колесо-то? Так, ну что ж, адресы. Придется тебе все-таки брать колесо-то? А я спрятался. Да там ничего сложного.
Короче, ну, типа, Дань, пускай спикнется Петя и пускай в 3 танка танчит вообще, по одному держит и все. Ну, это Варри. Давайте. Ты на ком хочешь, Кики? Тебе сердце процентишь. Все, хорошо. Талдорама тогда возьмешь? Можете их в одном фрейме танчить, можете в раздельном. Садитесь, рыбу покушайте. Кому что не хватает, в рейчат написали. Агрессив, да, просто танчишь, короче.